тут новичок, и я постараюсь быть с тобой терпеливой. Я составляю классификатор всех существ, живущих на дрожащих островах, а также описание погоды, движения небесных тел и взаимоотношений всего сущего. Меня нельзя отрывать от работы. Она требует полной концентрации. Надеюсь, тебе не придется повторять дважды. У меня нет времени на пустую болтовню с дилетантами. Когда я закончу свою энциклопедию Шиоти, можешь зачитать ее хоть до дыр. Моя работа слишком ответственна, чтобы доверить ее тебе. Хорошо. Разве не видно? Моя работа слишком ответственна. Да, слушаю. Пока. Разве не видно? Ты предлагаешь мне помощь в исследованиях? Ну, полагаю, ты мне пригодишься, несмотря на отсутствие необходимых навыков. Вот список того, что мне нужно. Принеси мне все. Постарайся запомнить, где что найдешь, и расскажи мне потом. Это важно. Увидимся. Что? Новое лицо в городе. Я всегда говорю, незнакомец — это друг, с которым раньше еще не встречался. Эй, дружище, мне бы не помешала небольшая помощь. Видишь ли, я немного стеснена в средствах. Любая мелочь была бы кстати. Спасибо. Огромное спасибо. Ей не нравится, когда я бегаю по ее растениям. Похоже, единственное, что ее интересует, это собирание растений и животных. В Нью-Шиоте есть кузнецы, покупающие янтарь и руду безумия. До свидания. Thank you.
Ты когда-нибудь моешься? Она помешана на коллекционировании растений и животных. Я бы держался от нее подальше. А теперь отойди, пожалуйста. Мне нужно здесь подмести. В Блиссе новый правитель? Меня это не касается. До свидания. Нет, нет, не подходи ближе. Я должна закончить исследование выпадения росы. Четырех определен. Thank you.
Да! Привет. Я Кишаши, и Фелмур — мое владение. Некоторые зовут меня королевой. Другие считают, что главное тут — Синданви. Ха, лгуны. Ее величество не выносит лжецов. Я устанавливаю здесь правила. Если тебе что-то нужно, обращайся ко мне. Думает, она здесь главная. Обращается с нами, как с рабами. Разве я похожа на раба? Нет! Я королева, законная правительница дрожащих островов. Но несмотря на это, если я не завершу свою работу, я должна собрать по крайней мере 5 стручков до конца дня. Похоже на ферму, а? Они хотят, чтобы тебе так казалось. Сказать по правде, эти растения — монстры. Они спят под водой. Они замышляют ужасное, пока дремлют, но вскоре проснутся и поглотят нас вместе со всеми дрожащими островами. Беги, пока не поздно. Увидимся.
Да, ты посмотри, у тебя уже есть несколько стручков. Мне нужны 5. Как мил с твоей стороны. Когда я вновь займу подобающее мне место, то подарю тебе дворец на облаках. Или это был дворец из облаков? В любом случае, ты получишь кусочек голубого неба. Еще увидимся. Я думаю, у меня найдется время для беседы с другом, хотя я очень занята. Еще. Я думаю... Думает, она здесь главная. Но несмотря на это... Похоже на ферму, а? Они замышляют у... Увидимся. Я думаю, у меня найдется время для беседы. Думает, она здесь главная. Но несмотря на это, если я не завершу свою работу, я... Береги себя. Я думаю... Думает она, но не... Они... Берегись, жалые литры. Их яд может быть смертелен. Впрочем, учти, они боятся магии. Береги себя. Да, ты посмотри. Однажды я убила Минотавра ложкой. На самом деле, мне не нужна твоя помощь. Оставь меня. Да, ты посмотри. Как мил с твоей... В любом случае. Думай так, но не... Никогда не верь чужим россказням. Только недолго, пожалуйста. Мне еще надо заниматься фермой. Она ведь не будет сама собой заниматься, правда? Мы крестьянская община. Ни больше, ни меньше. По крайней мере, когда мне удается заставить этих бездельников работать как следует. Рилан здесь единственный, кто чего-то стоит. И только потому, что он обожает убивать вредителей. Береги себя. Что я могу для тебя сделать, сэр-рыцарь? Синданви хозяйственная. Не такая жестокая, как Рилан. Она хорошая. Она дает ему убивать тех, кто должен умереть. Рилан любит отрезать головы. Здесь хорошо. Много вредителей для Рилана. Много крови. Еще увидимся. Ты не поможешь нам? Хотя почему я должен тебе верить? Ты можешь быть, ну знаешь, из них. Дела обстоят хуже некуда. Она контролирует наши умы. Нет, нет, я и так сказал слишком много. Поговори с моей Кишаши. Если она доверится тебе, то и я тоже. Привет.
Я думаю, у меня найдется время для беседы с другом, хотя я очень занята. Рейнар Джо послал тебя? Ты знаешь, что раньше он был королем Дрожащих островов, Шеагората, а я была его королевой. Мы создали Шеагората, посадив в землю маленькие семена и удобрив ее нашими слезами и кровью. А теперь посмотри на нас. Живем, будто рабы этой проклятой Синданви. Да, конечно, он может доверять тебе. Дай ему эту ложку, он знает, что это значит. Я однажды убила Минотавра этой ложкой. Это могущественный дейдрический артефакт. Еще увидимся. Тебе удалось поговорить с Кишаши? Если она тебе не доверяет, то и я не могу. Ничего личного, правда. Просто все они хотят добраться до меня. Не удивлюсь, если ты шпионишь за мной для ты знаешь кого. Кишаши не просила передать мне ничего? Какую-то утварь или даже оружие? Кто как назовет? Дай посмотреть. Давай сюда. Откуда она у тебя? Это же ложка Кишаши. Синданви послала тебя украсть ее? Как тебе удалось взять ее у Кишаши? Даже так? Значит, она действительно тебе доверяет. Я приберегу ее на всякий случай. Синданви всегда пытается обидеть мою милую Кишаши. Не хотелось бы, чтобы эта рабовладелица наложила свои лапы на эту ложку. Думаю, я могу тебе доверять. Ты принес мне ложку. Синданви, она очень злая. Ее нужно остановить любой ценой. Но она знает все про нас, все записывает, все! Она так хорошо нас знает, что может читать наши мысли, но ей ничего не известно о тебе. Тебе следует сделать это! Избавься от нее, от Синданви! Ну, есть очевидный способ. Но мы не должны видеть, как ты делаешь это. У Шеагората тысячи глаз и ушей. Хотя ты можешь сделать ее жизнь невыносимой, и она оставит нас в покое. Она любит аккуратность. Прокрадись в ее дом и устрой там разгром. И конфискуй ее записную книжку. Она носит ее всюду с собой, записывая наши тайные мысли. Мне нужна эта книжка. Мои мысли принадлежат мне. Увидимся.
дело сделано? Это отвлечет ее. Она потратит месяцы, чтобы положить все на место. Спасибо за помощь. Вот, возьми. Я использовал его, чтобы защититься от злой магии Синданвии, контролирующей мысли. Мне он больше не нужен. Отлично. Дай-ка мне взглянуть. А, вот оно, написано ее рукой. Она собирается нас всех убить. Я знал это. Я возьму это. Тебе ведь не хочется, чтобы тебя поймали с этим. Думаю, надо дать тебе что-нибудь взамен. Держи, эта книга может тебе пригодиться. Теперь уходи же, пока никто не увидел, как мы с тобой разговариваем. Иди, 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 иди!